Слушай, я не могу понять, с чем связано то, что я никогда не могу выиграть, блядь, просал. Не работает, не поворачивает, не могу повернуть! Ты меня гусем отымел! Да почему? Да почему? У меня щит есть! У меня щит есть! Как же вовремя я его использовал? Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, и добро пожаловать, это Кроссаут, та самая игра, в которой мы из кучи металлолома собираем всевозможные постройки, а потом устраиваем на них дуэли. Сегодня я играю против Джохана, сегодня битва автосборок, в принципе, ты все знаешь, что будет происходить, желаю тебе приятного просмотра, и да, как всегда, ссылки на игру я оставляю в описании, переходя по ссылке в описании, ты получаешь приятные бонусы в игре, ну а мы будем начинать, поехали! Я проиграл. У меня машина. Почему? Говно, потому что пушка говно. И ты человек плохой. Я? Конечно. Иди, тебе лицо поломаю один раз. Я на мост еду. Ты только что сказал, что ты проиграешь, а теперь ты снова дерзкий. Не могу понять, что вызывает. Я отчаянный мужчина, давай. Клавиатура не работает. Давай, не работает. На мост. А где ты? Выстрел не сделай. Почему не работает? Ты меня обманываешь, я не поведусь. Вот она стоит, рыба моей мечты. Не работает, не поворачивает, не могу повернуть. Почему повернуть не могу? Клава не работает, стой! Первая битва. Стой. Нет, нет, что мне делать? Ничего, могу только вперед и назад ехать. Прокосил. Не могу под медровик еще, сука. Да ладно, ну ладно, ну ладно, ну такое начало, ну ладно. Ты куда попал мне, сука, ты куда попал мне? Самое нежное место, как ты думаешь, какое? Почему машина не поворачивает? Первый балл есть у меня, я думал, я проиграю. 6000. Слушай, я не могу понять, с чем связано то, что я никогда не могу выиграть, блядь, просал. Это какая-то напасть просто, не серьезно, я каждый раз захожу... Что? Что ты ржешь? Когда ты уже просто сливаешь 10 каток подряд, ты говоришь, что это напасть какая-то. Я не знаю даже, что сказать. Ну, так, я только 40 игр, я понял, что что-то не так. Ты где? Ты куда делся? Где-то куда-то делся. Где-то был, теперь куда-то делся. Ну блин, ну посмотри, что у тебя и что у меня. У меня накалилась моя пушечка. Ой. Охренительно. Обожаю, обожаю, обожаю. Мне так нравится. Я буду уезжать просто. Я буду... Что это? Что, ты что, воняешь? У меня щит был какой-то. Ты воняешь. Я накаляюсь почему-то. Отличная игра, обожаю. Думаешь? Спасибо. Еще минус одно колесо. Да ты поехал. Блядь. Да ты поехал. Я скину с моста. Я спрыгну, блядь. Думаешь, нет, это бесполезно, серьезно. У меня колесо отломилось, когда я прилетел. Вон оно катится, смотри. Да, оно вон уезжает. Какая классная, как же мне хорошо. Да, и брось меня, да, уедь, конечно. Классно, очень прикольно. Вот петух. Ну, кто петух? Аркаша, петух. Я думал спрыгнуть, но не надо. Унизить меня, думал, я и сам могу себя унизить. 2-0. И... О, нет. Блять, лучше бы ту оставил, сука, на самом деле я собрал. Это еще хуже. А ты два раза собрал, может, уже второй раз соберу? Давай, и я тогда соберу третий раз. Хорошо, договорились. Это было честно. Ну, хотя бы так. Ты че, дурак, что какой? Ты сам сказал! Ты сам сказал, можно наебет! Значит, ты научился поворачивать. У тебя 11000 очков, а у меня их не так уж и много. И поэтому ты сейчас погибнешь. Ого, меня такой гудок. Звучит нелогично. Думаешь? Да, но поворачивать очень тяжело. Я так слабо поворачиваю, но это типа вообще бред. Я еле-еле-еле-еле-еле поворачиваю. Я не могу остановиться. Что за звуки такие? Почему тебе так тяжело живется? Потому что тяжело живется. У меня очень маленький выворот колес. Я буду твоим персональным психологом. Я выслушаю все твои проблемы. Аркаша, я пойму тебя. Блять, стена, блять, деревья. Какие деревья? Где ты вообще есть? Чем ты живешь? Тяжело ездить, когда плохо поворачивать колеса. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Здравствуйте, Аркаша. Пожалуйста, пожалуйста, я пожалуйста. Я из компании Квантума. Что ты сделал? Оказывается, у меня уже нет... Я не знаю, я на что-то нажал. Давайте я помогу. Давайте я помогу. Да, смог. Нифига, ты поворачивать научился. Что это такое? Да я как это учился? Я еле поворачиваю. О! А, у меня колеса нет. Фига ты валишь боком.
Нифига ты поворачивать классно научился. Как дела? Классно просто. Да я могу дрифтить. Встань в центре. Я твое колесо отломал, сука. У тебя пушка была? Не было. А, она есть у меня! У тебя пушки было, ты чё, животное? Они выросли. Пеструн у тебя не вырос, а это обман какой-то. Ну блин, ну давай, ну ебаный в рот. Ну все, ладно, тебе я точно готов умирать. Слушай, я сегодня что-то очень тупое. Я сегодня даже тупее, чем обычно. Это... Собирай машину. Собираю. Что это такое, блин? Что за фигня? Нормальный автомобиль, между прочим. Собрал ты свою или нет? Я собрал, у меня 8 тысяч. Видишь, у тебя очков больше опять почему-то. У меня очков больше, действительно. Ну это хорошо, я хотя бы не в сухую проиграю. Это же замечательно. Ты что, мышь? Это ты мышь, сука. Ты еще косой какой-то попался. Я просто не знал, что это за кнопка. Успокойся, я проверял. Ага. А где ты? А ты где? Где ты, книга? Интересно. Что за хрень? А как это так? Ой. Ой, как-то обидно получается. Ну что это за ужасные вещи? Тупо тебе током подачку. Куда я выстрелил, блядь? Да почему? Ну почему? У меня щит есть. Как же вовремя я его использовал? Ой, блядь, как больно. А почему мне больно? Не знаю. Почему а что я делал? Больно? А, я выстрелил под себя, кажется. Я под себя выстрелил. Я так все тоже обычно. Давай, добей меня уже, сука. Ненавижу тебя, блядь. Я понимаю, почему ты со мной хочешь играть в Кроссаул, почему ты зовешь меня постоянно, сука. Тебе нравится унижать. Да я тебя, ты чё, да ты же вообще, ну нет. Собирай. Ну я надеюсь, что я в сухую хотя бы не всружу, ну. Давай пересоберу машину, хочешь я пересоберу? Нет. Хочешь собирать до тех пор, пока она тебе не понравится? Я? Давай. Давай, собирай до тех пор, пока тебе не понравится. Я тоже буду собирать до тех пор, пока мне не понравится. Нет, ты оставил свою, нет. А я уже пересобрал. Ну все, вот на ней оставайся, сука, я буду пересобирать. Ну ладно, останусь на этой, что делать? Ага, так мало оказывается. Блин, я пересобрал. Нечаянно. Блин. Да что же за говно-то такое? Давай, стоит Джохан. А, это такое огромное, как я думал, сильное, а на самом деле нет. Как тебе такая? А ты хочешь повеситься уже или еще нет? Нет. Тогда я буду дальше пересобирать. Это призыв к суициду, это же уголовно наказуемо. Я заставлю тебя сойти с ума просто. На самом деле я хорошую машину пересобрал. Хорошо, зайди на выставку и с выставки скачай себе любой автомобиль возьми. Давай закончим красиво. Скажу честно, я зашел на выставку и выбрал самую веселую тачку на выставке. Ты увидишь ее, проорешь просто. Самую веселую тачку. Ну, у меня очень веселая машина, да. Я взял ее с выставки. Я хотел тебя удивить, но ты задолбал. А я возьму мощную машину. Я взял... Не хочу. Что у тебя опять случилось? Ты опять не поворачиваешь? Подожди, мы зашли в бой, у тебя как бы обратного пути уже нет. Потому что... Не, нормально, более-менее. Нормально? Ну, молодец. А где ты есть? Да, в порядке. А веселая машина у тебя? А почему веселая? Га-га-га-га-га-га-га. Какой нахрен га-га-га? Ты чё? Га-га-га-га-га. Га-га-га. Ты гусь! Ты гусяра! Га-га-га. Га-га-га! А это больно? О, подожди, мне... А! Они воткнулись. Мимо. Га-га-га-га-га-га-га. Вась, да мне больно, ты издеваешься? Мимо. Да я попасть? Мимо. Ой. Да я в шею целюсь. Голову украли. Петушиные морды. Сучара. Я не понимаю, что за оружие. Что это за новые пушки? Куда ты поехал? Ты меня убиваешь. Ты лишил меня оружия. Ты меня гусем отымел! Тяжело быть. Кажется, его даже гусь отымел. Я тебя ненавижу, блядь. Иди ты нахуй.
Когда я был уверен, что я выиграю. Это был кроссаут. Квантум против Джохана, Джохан против Квантума. Ссылки на игру я оставлю в описании. Переходя по ссылкам в описании, ты получаешь приятные бонусы в игре. Спасибо за просмотр. Ни один Джохан во время записи не пострадал. Честное слово. Да-да-да. Мы вас любим. Мой грустный вздох в конце. Это уже просто традиция. Реально какая-то, честно. Это пипец. Верим, надеемся и любим. Пока.